Что я в жизни бы хотел бы видеть портальную пышку. А что так? Открыл портал в своей комнате на вход, а на выход открыл портал в каком-нибудь там гипермаркете, и тебе мама говорит: сходи, сыночек, за хлебушком. А ты, хоп, так зашел в свою комнату, открыл шкафчик. Нет, шкафчик — это что-то похоже на... из кино, и то я не помню, как название. Ну, открыл там, я не знаю. Просто зашел в свою комнату, у тебя в стене портал, туда зашел, и выходишь в гипермаркет, взял хлебушек, заплатил, не забудьте, заплатил, и тогда уже пришел домой. Давайте 4 уровень посмотрим. Все, я думаю, этот уровень допрохожу, и конец. А, это Сестранец. Я ненавидел это облачко. О, боже. Да пошли вы все. Он меня так бесило, поэтому этот уровень проходил на самом деле на самой большой скорости. Ты что, можно шарики пускать? Хотя меня это как бы не спасает. Ну уже. Зараза. Вот. Нет. Видите, даже сейчас это облачко просто убивает меня. И не оставляет никаких шансов. Ладно, выходим в меню. Ау, выходим в меню. Да, выходим в меню. И что вам скажу, игра мне понравилась. Поэтому, кого интересует, ищите ее. Или можете посетить меня, где скачать, и я вам дам ссылку. Как вы поняли, здесь два пака. Это Portal и Super Mario Bros. И в той игре вы можете использовать пушку. Так я понял, не зря имеется в виду еще два, даже не два, думаю, будет, если больше, пака. И что еще? Я хотел показать вам Lever Editor. На самом деле, что тут особенного? Вы с этой же пушечкой бегаете по чистому уровню. Потом при нажатии Escape увидим мини-мэп. Ну, это карта ваша, понятное дело. Много настроек на английском языке. Потом различные эти кубики. Вот это дурацкое облачко. Раз, тебе два облачка. Три. Что еще? И вот можете создавать уровень. Ценам-то. И также делиться с ним, им, друзьями. Почему? Хотя пройти уровень. Так, три облачка, там четыре. Интересно, не будет двигаться? Или потом какая-то грудь? А как начать играть в свой уровень? Нет, ребята, я имею в виду... Понятно. А, тест левел. Нет, почему-то сейчас эти облачки стоят на месте, но при этом портальная пушка работает. Выходи оттуда. Фу, слава богу. Так, ладно, выходим. Ну так вот, на заднем плане теперь моя созданная карта ужасная. А, кстати, тут двое игроков, трое и четверо. Красный, белый шотландец и синюшные водопроводчики. Теперь еще. Ну и все. Ну так вот, стоп. Вот так вот, игра мне понравилась, я думаю, после этого обзора я в нее все-таки поиграю, попрохожу, потом Portal 3, для, кстати, неизвестно, когда выйдет.
Вроде бы все, что хотел сказать. Удачи, хороших вам игр. Покеда. Подписывайтесь на канал, кстати, не забывайте ставить лайк и комментировать. До скорого.